2 мая состоялась церемония награждения лауреатов премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2022 год. Мы рады сообщить, что премии в номинации за выдающиеся заслуги в области музыкально-сценического искусства удостоена творческая группа спектакля «Петр I». Генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств России Юрий Шварцков. Сердце театра Константин Рубинский. Режиссер-постановщик, народный артист России Юрий Александров. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Сценограф постановки, народный художник России Вячеслав Окунев. Лауреат премии «Золотая маска» Иван Ожогин. Дорогие друзья, дорогие зрители, ну, во-первых, позвольте вас поздравить с Днем города. Этот спектакль зарождался лет 6 тому назад. И вот он проделал длинный-длинный путь, чтобы мы в декабре 22 года к юбилею Петра сыграли этот спектакль, который нам очень дорог. Мне хотелось бы сказать несколько исторических моментов про создание этого спектакля. Во-первых, после того, когда Константин, выйдите, пожалуйста, сюда. Когда Константин сделал для этого театра «Белый Петербург», казалось, что вообще таких высот уже ему никогда не достичь. И когда возникла идея делать спектакль про Петра, который загорелся замечательный американский композитор Фрэнк Уэнкор, он с удовольствием стал работать с Рубинским. Я не буду говорить про муки их стыковок, потому что, чтобы сделать Константину визу в Америку, но и дело в Израиле. Но это все мелочи. Я не знаю, считал ли Костя варианты пьесы. Мне кажется, их огромное количество. После того, как пошла вроде бы работа, Костя и Фрэнк работали с одним режиссером, с другим режиссером. Все отпало. И, конечно, огромный пласт работы совершенно малоподъемный сделал музыкальный руководитель спектакля Алексей Нефедов. Мы от Фрэнка получили музыку, клавиры и так далее. Все остальное с Фрэнком, который находился то в Нью-Йорке, то на Гавайях, работал Алексей, еще с кучей помощников, которые сделали фантастическую оркестровку. Конечно, огромное спасибо Юрию Александрову, который на нашу просьбу, по-моему, мы в мае месяце, да, к нему обратились, чтобы он сделал спектакль, который в декабре премьера. Слава Окунев, он работал. Со вторым режиссером начинал работать, но основная работа, конечно, была с Юрием Александровым. Фрэнк писал партию Петра, ориентируясь на Ожогина. Но вся, вот то, что мы стоим здесь, представители, получившие премию правительства, она немножко для меня, как бы сказать, регламент ее довольно для меня не очень уютный, потому что регламент предполагает максимум 6 человек, кто получает премию. Максимум. В этом спектакле
Значит, такое количество замечательных ролей и замечательных исполнителей, не все достойны получить эту премию. Но я отдельно хочу выделить Кирилла. Кирилл. Любимых и ведущих мест. Кира, спасибо тебе. И в заключение несколько слов. Мы с этим спектаклем должны ехать в Ростов. Когда будут на дни Санкт-Петербурга, нас едет в районе 175 человек. Это я к чему говорю? Что не 6 человек, получивших премию, незамечательные артисты здесь стоявшие. Ничего не могли сделать, если бы более 250 работников театра не принимали участие в создании. Это замечательный хор, балет. И когда все это вместе сливается, тогда создается то, что дает нам гордость за то, что мы сделали. Спасибо вам.